Всем привет! Вчера не купил кулички, вот сегодня гоню за куличами, девчонки еще спят. С утра вон колокольный звон. Прям красота. Вот он, светлый праздник Пасха. Вот такие вот куличики я купил. Ждал 2 дня, вчера, сегодня. Наконец-таки купил. Разбирают все махом. Не успевают печь. Хочу сегодня вот такую гречку приготовить. Юля очень сильно просит гречки. Вот приготовлю такую. Здесь написано, что надо просто 600 мл воды. Один пакетик. Вот такой вот содержимого из этой коробочки. И все, и 15 минут варить на умеренном огне. Но я хочу сделать по-своему. Я гречку хочу с мяском, поэтому я сначала обжарю мясо с морковкой и луком, а потом уже засыплю вот этим пакетиком. Что там у нас? Гречка с соусом, наверное. Вот так я все это порезал. Сейчас я все это пожарю прямо в мультиварке и сюда же закину мясо. Жарко фритюр. Так, сколько у нас прошло? 7 минут, по-моему. Откроем, посмотрим. Да, она сейчас будет вот так квакать, но ничего страшного. Угу, цвет уже золотистый становится. Можно или подождать еще немножко, или уже мясо сюда добавить. Я мясо добавлю сразу. Сейчас мясо присолю немножко и все, и больше ничего делать не буду. Все, ругается она, ругается. Закрой меня, закрой. Вот я перемешал все, подсолил. Закрываю, пусть еще оно это 10 минуток потушится, пожарится. И затем я высыплю сюда гречку и включу уже другой режим. Так, осталось уже 3 минуты, давайте откроем, посмотрим. Опять она ругается. О, смотрите, мясо сок отдало. И лук воду отдал. В общем, сейчас дотушится. И я засыплю гречкой. Ну все, программа отработала. Я засыпаю содержимое наших пакетов. У меня здесь было где-то 0,5 кг мяса. Так, второй пакет. Так, и по инструкции на содержимое одного пакета необходимо 600 мл воды. Это 1200 получается. Так, чайник у меня 1700, значит должно остаться 0,5. Заливаю. Мне кажется, хватит. Хотя по инструкции, если смотреть, то еще надо воды долить. Долью еще немножко. Все, достаточно. Я налил чуть меньше. Я где-то литр налил. Примерно. Все. Это необходимо теперь варить на очень-очень медленном огне, чтобы томилось. Но у нашей мультиварки есть такая замечательная функция, точнее режим. Он называется плов. И вот мы выбираем его, жмем старт и полетели. Так, у нас программа завершилась, я отмену подогрев выключил. Сейчас давайте посмотрим, что там у нас. Опа! Красотища! Сейчас масло сливочного добавим сюда, пусть растопится и гречка впитает в себя. Будет очень. Масло добавил.
Так. И снова включу подогрев. Пусть напаривается кашка. Так, девочки проснулись. Лисюша. Что? Христос воскрес. Воистину воскрес. Бери яичко. Сейчас. Чем ты там занимаешься? Все красоту платье. Наводишь себе на платье. Нет, я просто платье себе делаю. Ну понятно. Давай, бери яичко. Так, я вот это возьму. Так, давай я вот это. Давай. Нет, вот так вот держи. Так, бей. Кто проиграл, кто выиграл. Ну-ка еще раз. Давай. О, ты мне в бок ударила. Я проиграл. На, забирай яичко-то. Ну давай, давай. Сейчас будем яички кушать. Тебе почистить? Да. Яичко будешь? Вот я тебе вот это почищу. Бобика-то своего оставь. Бобика я оставлю здесь. Так, он тебе больше всех нравится. А куличик какой тебе отрезать? Не без разницы. Ну вот смотри, они все разные. Хочешь, всех по одному отрежу тебе. Вот этот я хочу. Этот первый? Давай этот. Все куличики освещенные уже. Сразу же в магазине продают уже освещенные кулички. Все. Всем привет. Против непобедимого. Христос воскрес. Воистину воскрес. Ой, как красиво. Кулички, Христос воскрес. Все разные кулички. А это что такое? Тоже такой куличик. Надо открывать. Давайте поэтому откроем, попробуем все. Давай. Как освеженько. Я только один попробую, то я с утра никогда не ем сладкое. Да. Я вот это хочу попробовать. Это из творога, наверное, да? Я клубнички поем с утра. Красненькие. Я так боюсь. Не знаю, ребят, можно было сегодня купаться или нет, но можно, ну, я искупалась. Так, давай я тебе тарелку чистую, вот эту мамину, да? А маме какую? Маме сейчас помою, другую подам. Что-то они немножко уже у них зачерствели. Сразу свежие. Наверное, вчера делали. Я вот это буду, она как кексик. Мама, ну логично. Он из 40. Он творожный, точно. Угу. Я буду. А я не ем творог. Я еще орешки сейчас принесу. Я курничку съем. Юля, он прям разваливается здесь. Да? Он как масса творожная. Как клубничка? Вкусная клубника. Ой, довольный мышал, на клубнику не ела миллион лет, да? Ага, тем более большую. Это похоже на маленькие сырочки творожные, которые в магазине продают. Да, 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 да. Угу. Попробуй, тебе понравится. Нет, я пасту не буду есть. Попробуй, она очень сладкая. Яичко обязательно надо скушать. Нет. Налей. Христос воскрес. Воистину воскрес. Мама. А. Давай против непобедимого бобика. Так вот посидели мы скромненько, отметили, да, любимая? Yes. Лисюшка пошла с Синди-попой поиграть. Юля в телефоне работает, все. Чё, говорит, чё все время, чё Юля все время залипает в телефоне? Блин, ребята, сейчас вся работа в телефоне, реально. Каналов полно, работает. Можно вообще, как бы, ну, заменить ноутбук телефоном. То есть редко сейчас, вот, когда достаешь ноутбук, а так все время в телефоне. Это очень классный, вот. Это не просто такая прихоть, ты купил телефон, короче. А это твой рабочий инструмент, прям реально. Вот iPhone последний, прошка 11, он и снимает прекрасно, и фотографирует, и всевозможные можно программы на него качать для монтажа, для редакции видео. В основном, конечно, влоги, вот многие спрашивают, мы монтируем на iMovie. Но программ для монтажа очень много, поэтому
все, кто начинает, все, кто хочет заниматься таким делом, видеосъемкой, ну, на YouTube, то вот советую вам купить iPhone, вот прошку 11-ю, вообще прекрасно. Тебе нравится же, да? Мне очень нравится. Удобно. Легко, удобно, не тяжелое, потому что разные камеры были. У меня была и, ну, есть, у меня есть камеры, которые по килограмму весят, и невозможно. Хотя качество картинки, конечно, хорошее. Но работать невозможно было, потому что руки сильно уставали. И экшн-камеры, да, у нас были, Соньки, вот, ну, несколько. Экшн — это все ерунда, ребята, не только для активного спорта. Последнюю экшн-камеру, которую мы купили, она вообще у нас новая, мы на нее даже ничего не снимали, она лежит. А я купила фотоаппарат зеркальный, дорогущий, да, так и лежит. Тоже. Но пару раз он меня очень хорошо выручил, он себя уже оправдал, хотя стоил очень дорого. Не буду говорить сколько, просто у виска люди покрутят. Но я не буду его продавать, потому что он иногда меня выручает. И он себя уже оправдал. Но я вот одно понял точно, что чем круче модель выходит телефона, айфона нового, очередного именно айфона. Я ничего не знаю про Samsung, как он снимает и что там. Но конкретно про iPhone я скажу, что это реально крутая вещь. Мы первый iPhone в этом году, который купили, 11 июля сначала купили. Юля ночью в Дубае снимала на него. Я посмотрел, какая там съемка. У меня вот так вот глаза вылезли на лоб. Такое качество классное. И купили сразу же второй, купили мне. Вообще не пожалел, вообще доволен им даже. Ну, они сразу же себя купили, оправдали. Вообще. Классные, классные телефоны. Да. Вышли с Алисой на улицу погулять, а тут запахи такие ароматные, соседи шашлыки жарят. Алиса говорит, я тоже хочу. Я, ну что делать, поехал в магазин, думаю, сейчас куплю мясо готовое, маринованное. А у нас тут фасоли только курица. Блин, ну ладно. Купил курочки маринованные, шашлычок один взял на шпажке и взял пару голени. Сейчас тут угли прогорят у меня, приготовлю ей вкусняшку. Вот такую аппетитную курочку я готовлю. Это вот шашлычок куриный. Я думаю, что он из грудки, потому что мясо белое. И ножки. Ой, ням-ням. Девочки, шашлычок идите ешьте. А голень я еще чуть-чуть пожарю. Вот такая голень получилась. Одну уже Алиса лопает. Вон разделали ей. Вкусняшка, да, доча? Ну, я еще не пробовала вот эту. Я давай, давай, вот пробуй. Эту. Мы с Юлей будем кушать кашу. Как обычно, мазик, да? Ну, хоть бы сначала попробовала, а потом бы мазик мазала. Нет. Я, кстати, сегодня уже пробовал. Очень вкусно получилось. Реально. Она вот со вкусом томата. Но она для таких, для ленивых. Закидался и кушаешь потом. Я вот в мультиварку все закинул. Через 40 минут уже все достал, все готово. Вкусно. Мне больше курочка нравится. Ой, с удовольствием ест. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик. Всем пока-пока, ребята. Пока-пока. Удачки.